впевнено? Ну, по-перше, я вважаю, що змінився сам колектив. Сам колектив, він став більш відповідальним. Начал играть более концентрированно на площадке. И появился, как говорится, дух команды. Дух команды. И мы выходим сейчас. Ну вот реально мы понимаем, мы можем бороться, мы это делаем. И мы выигрываем такие игры, где мы раньше еще как бы не выигрывали их. Поэтому я считаю, что это сплоченность, во-первых. Это огромный плюс команде, что каждый друг за друга стоит, каждый друг за друга болеет. И этого не было в начале. Второй момент – это, конечно, то, что люди, которые к нам пришли, они все-таки уже пошел процесс, они притерлись друг к другу. И появляется нормальная игра на площадке. Люди понимают, как играть друг с другом, как отдавать, как забивать, как проходить, как ставить заслон. То есть все игровые моменты уже люди понимают друг друга. Вот в этом, я думаю, поменялась наша игра. Скажу сразу, что играя пятую игру с Винницей, конечно, за два месяца, я понимаю, что мы знаем их, они знают нас. И просто, да, опять же, все решал настрой на игру и, конечно, индивидуальные качества игроков. С приходом Виктории Шматовой у нас, конечно, очень сильно укрепилась позиция первого номера, появилась уверенность у игроков всех линий, и она дает уверенность команде, и сама уверена в своей реализации. И за счет этого, за счет ее индивидуальных действий, мы получили, в принципе, сегодня тоже преимущество. Я имею в виду ее и как индивидуальные действия, не только ее очки, а то, что она хорошо видит площадку, она отдает голевые передачи, она выводит людей на атаки, и игроки выходят и делают свою работу.